Мои дорогие, привет! Как у вас дела? Так, пчелар мерабалар, my dear, hello! Хочу снять такой небольшой магазин косметики. Что здесь есть? Немножко расскажу о том, что здесь есть. И для чего оно полезно. Так, пчелар, бурда гюзель урюнлявар, косметик дюкяне, чарши косметик. Ой, сейчас чихну. Извиняюсь. Так, хочу показать. Немножко прогуляемся по небольшому магазину. Ну, такой магазин, он прям впритык. Вы знаете, здесь всего-всего очень-очень много. Вот прям маленький магазин, но даже парики есть. Краски для волос. Полезные вещи. Скажу вам. Орган шампуан. Бу. Просто супер. Бурда куафер профессионал урюнлеры сатылыо фазласы. Лаки для волос. Фены утюжки. Здесь есть шампуни. Здесь есть сильвер шампунь, чтобы волосы были красивые. Сильвер. Так. Стального, да, цвета. Как это говорится по-русски? Правильно. Серого цвета, в общем, да? Так, да, правильно. А вот. Вот этот шампунь пользуешься, в общем, и просто обалденно. Волосы становятся сразу на светлые волосы, в общем, и моешь. Где-то 3 минуты остается на волосах. Потом смываешь обесцвеченные волосы, и волос приобретает красивый стальной цвет. Это вот такой вот шампунь. Вот эти шампуни. Бу шампунла. Шампуан. Туссис. Парабенсис. Элитейле. Вот такой шампунь. Девчонки, если честно, у кого есть проблемы с волосами, пользуйтесь шампунем без соли, без парабена, без сульфата. Идеально подходит для этого. У кого перхоть, выпадение волос. Вот просто отлично выручает. Вот этот шампунь, девчонки, реально отличный. Если вы увидите вот такой шампунь, берите, не пожалеете. Без соли, без парабена, без сульфата. Просто супер. Также хочу вам показать из вот этих серий тоже шампуни. Здесь очень много шампуней без соли, без парабена, в общем, без вредных веществ, да, так скажем, для волос. Очень хорошие, очень. Я довольна. Вот такой вот есть для волос профессиональный уход за волосами. Тоже озонированная органовая. Супер. От выпадения, от тонких проблемных волос, в общем. Очень хорошо подходит. Также есть краски для волос. Вот. Краски хорошие. Вот ColorWax, которым я пользовалась когда-то, хороший. Сейчас я пользуюсь Калистоном. Тоже хорошая краска. Калистон. Я пользуюсь Кумрал. Кумрал. Это я не знаю, как на русском цвет будет, извините. Вот. В общем, 8.0 и 8.1 я смешиваю и пользуюсь для корней. Также у нас есть на основе улиток крема для кожи. Тоже хорошо подходит. Рекомендую вам. Хороший крем. Улиточный. Вот эта вот марка, она считается тоже одна из хороших марок. Очень-очень. Натур Актив. У них очень много всего. Также есть у них от солнцезащитной плюс 50. Вообще, если честно, девчонки, кто находится прям под таким солнцем, всегда берите 50+, потому что оно действует на 30+. Я вам так скажу. Я их очень много продавала и пользовалась, и поэтому уже знаю. Что здесь у нас еще интересное есть, сейчас вам покажу. Масла для волос отличные. Органовое масло здесь есть.
от Natura Active. Тоже классненький. Наверное, себе возьму даже. Я пользовалась другой маркой. Ну вот, Орган, реально он просто хороший. Очень. Также их крема для лица можете пользоваться. Оно очень хорошо избавляет вас от, избавит от морщин. Также у нас есть, продолжим, просто были клиенты. Масла для волос рекомендую пользовать. У кого есть, у кого проблемные вообще волосы, очень хорошо подходят вот такие вот масла. Это тоже органовое масло. Так, плохо, да, фокусирует? Странно, почему, не знаю. Шикарное масло, просто. Омега плюс органовое масло. Так, Маша уже по пути себе откладывает, в общем, чтобы приобрести. Также есть здесь вот такие вот краски для волос. Любят здесь разные цвета, наверное, везде это есть. Пользоваться. Они смываются. Анти есть вот на улиточной основе антикрем. Опять же, он очень хорошо для уже увядающей кожи подходит. Также для волос есть Морфоз. От марки Морфоз масло для волос. Я вообще рекомендую пользоваться маслом для волос, у кого они через, то есть уже красили блондексом, да, так скажу, обесвечивало. Кто обесвечивал, то желательно пользоваться маслами для волос, чтобы не сильно сушило, потому что в любом случае они сухие. Вот. Также есть хайлайтеры. Вот такие симпатичные хайлайтеры. Я вам сейчас покажу. Разные цвета. Кстати, вот это хорошая маска Габрини, ой, фирма Габрини, хайлайтеры, я довольна, я пользуюсь им. Вот. Еще есть вот эти такие вот для губ обесвеченные, такие вот, как их называют на русском, господи, русский язык, боже мой, как я его могла уже забыть. В общем, они такое ощущение, ощущение ботокса, когда их красишь, вот на губки наносишь, и они немного такие пухленькие становятся. И эффект такой дают. Вот. Очень хорошая вещь. Также есть Emulsion. Это уже дезодоранты разные. Но я дезодорант, честно скажу, в жизни даже не пользовалась. Я всегда как-то пользовалась туалетной водой, там что-то такое. Вот. А кто любит дезодоранты, вот это неплохое. Я знаю, что неплохое, потому что покупают его довольно-таки хорошо. Также есть у нас для легкого расчесывания для волос. Вот Coif марка. Вот такая жидкость для волос. Профессиональная. Очень хорошая просто. Есть кератин. Кератин это тоже... Плюс там есть масло, в общем, спасение для волос, так вам скажу. Есть у нас вот такие вот спонжики. Тут уже немножко такая, знаете, чисто турецкая косметика. Тональные крема. Вот это тоже для увеличения губ. Немножко так вроде как эффект такой дает. Очень хорошие, мне нравятся. Вот, здесь еще что у нас есть. Вот эти вещи тоже вообще классные. Они, ну, у кого уже, кто, так не скажем, ну, бывает, да, когда пропускаем там момент окраски волос, вот это вот уже там немножко даже седина бывает вылазит, то вот это все, эта краска такая, брызгаешь ее, в общем, она закрывает... Если куда-то торопишься, идешь на свадьбу, не покрасила волосы. В общем, корни можно побрызгать вот этим вот. И просто сразу, как будто только что покрасил волосы. Такое ощущение. Так, скажу вам, такие вот есть еще для маникюра и педикюра. Вот, это маникюрный сет, педикюрный сет. В общем, тоже вещь хорошая. Также у нас здесь уже мелочи всякие разные пошли. Такие наборы красивенькие, симпатичные.
Вот здесь у нас уже идет все для парикмахеров, ногти одноразовые, гели, шикарный шампунь и также маска. Я пользуюсь ихней. Это Ралис марка, классная просто. Я им довольна. Шампунь и бальзам для волос у них есть. Шампунь есть для нормальных волос на аргановом масле, также от перхоти есть. Так, вот Озан читают. Здесь у нас уже ножницы, вот это все, краски, как их там, спонжики ватные. Здесь у нас расчески. Виды расчесок миллион просто. Просто за ними тоже еще целых миллион ряд. Вот здесь у нас идут уже такие ножнички, пинцеты. Это все очень полезно для, конечно, дам. Но также и мужчины. Вот. Расчески разные есть. Кисточки разные. Цены даже написано здесь полегче, чтобы было, да? Как этот. Такой магазин, знаете, здесь есть все. Но и цены приемлемые, знаете, не так дорого, как вот. Пинцеты разные есть, пожалуйста. Вот такие вот диски для припудривания, да, есть. Также есть у нас реснички, пожалуйста. Очень много, разные марки, разные виды. Трина марка, тут Золлингер, Дуо, Фэшн. В общем, очень много. Также есть ногти. Разные просто. Вот такие. Ну вот, мои дорогие, такой магазин. Очень хороший, небольшой, но здесь много очень всего. Так что вот так мы немножко прогулялись. Маша приготовила уже тут для себя вот такой маленький багажик. Хочу это все себе купить. Вот так и пчелы. А есть еще вот такие вот краски для бровей. Вот, ну, в общем, магазин шикардос просто находится в Йены-Махалле. Если кому-то что-то надо, девчонки, приходите, кто здесь, тем более Буйрун. Her şey toptan fiyatı ucuz hem de kalite ürünler var. Ну что, встретимся на Меловом? Привет, мои дорогие, как у вас дела? Севрякова. Севрякова. Классик. Покушаем классик. Кардос. Так, пчелары, мерабалары, нас осанас, и нас осанас. Ух ты, шамбала. Дели тутуёсан. О, кадар гзяльки были. Майер, хеллоу. Хеллоу. Ну что, покушаем? Классик Севрякова. Просто.
Muhteşem. Çizdim yağlı kız. Пора мне на любовь. Откусывается легко. Есть крепление. Тады. Классик. Дебешир тады. Тазе. Küsmesin de biraz tadına bakalım. Nereden bakacağız bilmem. Этот как бы жирнее, чем классик. Тоз. Мухтышам, мухтышам. Пудра, пудра. Севрюкова. Классик там. Біраз яғлы. Хәм де тады бар.
Завтра мы с вами в 4 в прямом эфире. Я постараюсь. Завтра я дома. Надеюсь. Да, завтра дома. В 4 по нашему времени. В прямой эфир. Я Рен. Конечно, джаз. Телефон, да? Ben cevap vereceğim sizin sorularınıza saat 4'te. Sohbet olacak biraz. Ay, спасибо большое. Кто мне? Катерина. Спасибо большое. Вообще супер, девчонки. Я так хотела. Я только приехала домой. Думаю, надо быстрее видосик снять, надо быстрее видосик снять. И вот прям бежала. Боже, как это хорошо. Малах. Вся в меле. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Супер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Так, пчелорам. Абоне олам, лайк атарсыңыз, yorum yazabilirsiniz tabii ki. Teşekkür ediyorum her şey için. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. İyilik diliyorum size. Her şey iyi olsun. Мои дорогие, спасибо вам большое. Целую, люблю вас. Желаю вам всего самого хорошего. С наступающим вас всех. Желаю здоровья всех женщин. Всех женщин, всех, в общем, девочек, женщин, бабушек. Всем прабабушек. Всем желаю здоровья, счастья. Чтобы вы радовались все. Вашим деткам, вашим внукам. У кого их нет, радуйтесь и живите счастливо все, чтобы пусть самое хорошее, в общем, будет у вас, и ваши мечты сбываются, то, что вы хотите, желаете, пусть все сбудется. Всем женщинам желаю счастья, самое главное. Ну все, мои дорогие, пока-пока. Я думаю, завтра мы с вами... Вот прямой эфир сказала, конечно, завтра 8 марта, все будут, может быть, заняты. Но сколько нас будет, столько будет. Ничего страшного, да? Вот. Так что до завтра. Пока-пока. Увидимся. Так и пчелорам, ярын görüşürüz saat 4'te. Bye-bye. Öpüyorum, seviyorum sizi. My dear, thank you. I love you.